Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Доброе утро, добрый вечер, страна, наверное. Сейчас позвонил дядька, который, ну, владелец того второго дома, который более предпочтителен, интересен. Сейчас поедем до него, приехала теща, чтобы своими очами посмотреть. Ну и мы попробуем что-либо снять. Если что-то снимем, значит, видео выйдет. Если ничего не снимем, наверное, видео не будет. В общем, как-то так. Сейчас едем до этого дядьки. Решили ехать на машине, потому что холод и т.д. и т.п. Ну, решили. Нам-то что? Нам, татарам, все равно. Сказали на машине, значит, на машине. Поехали. Фух. Сегодня вроде не так и холодно. Вернее, температура та же. Ну, холодильная температура. Минусовая. Но нет ветра, поэтому чувствую себя гораздо лучше. Ну, по ощущениям, теплее, как бы. Ну, это, конечно, все только кажется. На самом деле везде лед. Ну, вот у кроликов куски льда лежат, они кушают, подчивают этот лед. Воды не нальешь. Козам тоже воды теплой носил. Пою, пока попили, все, воду забираю. Потому что она потом замерзает и может даже ведра раздавить. Поэтому только попил, убрал. Ну, как бы сложности определенные с вот этим морозом. Конечно, по теплу все гораздо проще. Едем. Ага. А малому платок не ввязали? А, ну пока же это самое, пока не надо. Машине. Хорошо. Жора, тебя зовут домой. Иди сюда, ну-ка заходи. Ага. Жора. Заходи. Жора. Жора. Ага, да-да-да. Иди сюда. Жорик. Временно оглухел. Иди сюда. Так он и пошел. Жорик. Обжорик. Ой, дядька спугается. Столько народу приехало, дом смотри. Жора, быть. Минус 6 показывает температурка. Поехали. Поехали. Понятно. Ну, если никто не живет, понятное дело. Сараюшки такие подсносные, наверное, ну как бы они уже. А вообще все тут подсносное. Все, не, ну дом вроде дебеленький с вида, не? Не знаю. Если бы я для себя, я бы его. Ну понятно, сносить. Вот так оставил, здесь новую поставил бы. Я понял. Тут такой да. Возможности. Нам такое, чтобы жить, надо бы. Ну, если жить, тогда кирпич есть, фундамент отливать, обкладывать. Кирпича 8 тысяч хватит даже на двухэтажный. Ну, понятно. Это сюда ходить? Да, да. Открыто, да? Да, открыто. Да тут как вот дровами топили, такой запах. Ну, запах такой. Трубы подтекают, похоже. Ну как, или что-то. А, нет, черное просто. Работа. Ну, трубы холодные, не знаю. Тут он резинкой перемотана. Видать, подтекает. Вот, видишь, Андрюша, там, вон, смотри. А, вон он, котел. Ага. Водный счетчик тут даже, видишь, что там? А водичка вон там. Ну да.
Не, ну это сделать, тут нужно прям вообще стену полностью заложить, шлакоблок. Ну, да. Тот же кирпич у него есть, можно заново. Ага. Ну да. Иди сюда. Комнаты посмотреть. Проходи. Ну тут и газ-печка есть, если что. Тоже с волока. Ну, если котел вдруг, ну, как можно затопить, я так понимаю. Ну, тут потолки не набьешь, уже низко будет. Ну, как, с волока не уберешь. Там высокие были, ну, вот где мы были. Ну, комнаты тут, опять же, побольше, чем мы, вот как в том доме были. Ну, крыша течет, наверное, она смотрит. Не вижу. А вот это? Черт, не может быть. Да не может быть, она, наверное, ну, течет. Ну, может. Надо посмотреть. По-хорошему на чердак бы залезть. А ну и тут комнатка неплохая. Ну тут да, прям вот да, смотрите. Да. Прям течет. Ага. Прям течет. На чердак бы залезть. Работать посмотреть. Надо. А чердак есть, интересно? Да есть, есть вот первой комнатки там. Ну там просто лестницу надо, так не залезешь. Комнатка большая, стенки относительно ровные, но можно подлатать, в принципе, не столь значимо. Окна под замену. Крышу, ну да, надо что-то делать, раз течет. Ага. А что ж, котел затопленный? Потому что только затопили. Только затопили, наверное? Да что, трубы холодные. Это получается вот это то, что с улицы, вот эта дверка. А крыша вот эта течет, черепок, наверное, или не знаете? Да, черепок. Видать, ветер был, антенну, наверное, это самое. Но упала антенна? Да? Упала антенна, сдвинула, ну, да, или как? Что ты, моя прелесть? Куда ты пошел? А на чердак залезть нет возможности, ну, лестницы что-нибудь? Лестницы нет. Ну, посмотреть доски, как, там, насколько они, как, не сгнили, живые, сгнили. Живые, не живые, да. То есть, ну, как бы, что там, разбирать их. Да туда бы залезть. Да, выходи, выходи оттуда. Ну давайте хоть давай. Так, да, хотя бы табуретку хотя попробовать, так, да. Игорёша, никуда не ходи. Давай закроем. А с табуретки. Мы там включали, Андрюша? Свет, да, я включал, она, по-моему, выключила в комнате. Где? Что, где? В какой комнате? Последней. А, там еще комната есть. Да, да, да. А, ну да. Ну да, да, та я вижу, он антенна, да, она как бы сдвинула, не сдвинула, там или замазать. В принципе, не или проблема. Поменять его. Ну или поменять, да, то уже. Андрюша. Ну, черепок есть прям лопнутый кое-где. Ну, дома уже сколько. Да не, ну я ж не из претензий, я просто, ну нет, как рассказываю. Я тоже ради бога. Да, да, да. То понятно, просто самому понимать. В принципе, так не страшно. Доски дебелые, вот эти бруски, не бруски, как они называются. Нормально. Представление уже есть. Я супруге объяснял, говорю, там вот вон бассейн. Бассейн есть. Отсюда его лучше видно. А, да-да-да. По диагонали. То есть, да-да-да. Канализацию, сброс можно сделать. Я на помню. Данный момент. Ну, для начала, а потом, как бы. Да, а потом, а вот это в огороде у вас где туалет, там тоже колодец или бассейн? То был колодец. Был, ну, но как не рабочий. Есть, воды нету там. Да, ну, понятно его. Единственное, что, говорю, центральная канализация, потом можно будет вырезаться. Ну, да, наоборот, договор. Лучше не центральная. Не, ну понятно, лучше не центральная, лучше просто за ту сплотить надо, за центральную яму. Ну тоже. Я себя провел и не жалею нисколько. Что, Андрюш, черепок, да, но там как бы не проблема подладить. Я поняла, но его везде надо, он смотрит, даже светит. Ну, просто, там есть чуть лопнутый, вот чуть антенна сдвинула. Ага. И под этим сараем. Вот это подвал. Не, ну не маленький, если так по площади. Не, ну это только вот, как она... Сходить в него. Сходить, да, в него. А сам подвал находится там. Заходите. Опа. О, и тут кирпич. И тут кирпич. Оу.
Материала немерено. Дядька говорит, этим материалом можно полностью дом обложить, даже два. Земельный участок большой. Сейчас я с той стороны покажу, чтобы понятнее было. Да дофига, сейчас за шагами померяю. Сетка. Вон он дом. Сейчас за шагами хоть примерно. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, поехали. Ну все равно договариваться, что созвонитесь, скажете. Ну, предложить так. О, гараж. Вот он этот угол, что завалился. Ну что, по-любому думать надо. Это ж не так быстро решается, не такая простая покупка. Ну давайте, подумайте, да. Мы подумаем, да, мы подумаем. Решитесь, вы позвоните, да. Может, мы решимся, мы позвоним. То есть, да. Да ну, глупости да, какие. Не, ну что, обижаться. Да, да, не-не-не, ну вы же сказали, мы тоже как имеем право как предлагатель. Как. Все, спасибо огромное, извините, что дернули вас, побеспокоили, счастливо. Пойдем. Да ну не за что, счастливо, до свидания. Да, давайте, пока, позвоните тогда. Давай. Все, поехали. Ага, давайте. Счастливо, удачи. Наберете, мам. Конечно, упертый он, дядечка. Не, ну он тоже ж понимает, Ир, центр города, там, в принципе, одна земля, наверное, 1200 ага. стоит, ну, минимум. Сейчас земельный надел где-то, как в жопе мира, ну, в нашем Светлограде, 1150 стоит. 50 000. Ну, все равно. И участок же не маленький, и центр, и все коммуникации. Если, ну, как, если совсем в жопе мира, там, допустим, район Кисличево, 30-50 000, еще больше земли. Не, я не по количеству даже. Ну там-то ничего нету. И это все газ тянут, всю эту херню. Тут все есть. Нет, почему? Рядом и газ, пожалуйста. Не, рядом. Ты подключи его рядом. 300 000 газ подключить, даже если он рядом. Вот тебе ну, и цена. Андрюш, если он на участке вот так вот торчит, как бы, ну нет ни строения, ничего, это такие же деньги, как его, ну, как его подключить. Так я тебе о чем и говорю, а тут уже все подключено. Ты что слышишь? Что тут-то за это платить уже ничего не надо, оно уже подключено. Грубо говоря, да за что платить? Ты даже вот завалил этот дом и по этому же плану сделал такой же точно на его же месте, новый. Что тебе платить? Платить, когда ты будешь оборудование ставить новое, Андрюш. Какое новое оборудование? Ну, ты тот же самый котел поставил, ну и все, и какие проблемы? Если, ну ты же понимаешь, что мы же не будем это старье ставить, он неэффективен. Ладно, короче, все проехали. Все, ты поняла, просто уперлась. Все, хорошо. Приехали домой, ребят. Фух, много вопросов, много пониманий. Чуть подтекает, там где-то чуть валится. Дядь говорит, я бы его сносил. Нафиг он нужен. Кирпич есть, можно обложить. Но если покупать, туда еще вливания нужны. Хер его знает. Где брать эти вливания? Будем